програма «Просто люди. Крок до успіху». І сьогодні я вас познайомлю ще з однією надзвичайно талановитою людиною. Ходімо! Це Олена, вона художник-початківець. І сьогоднішня програма буде саме про її талант. Скажи, чому іменно портрети? Чому ти увлеклась іменно портретом, не на лица людей? Ну, в основному мені нравится как бы передавать эмоции. Я стараюсь вот в себе такое развить, передать эмоции человека. Как бы мне не нравятся просто портреты, там срисовалась фотография. Мне нравится что-то своё придумывать, носить, чтобы была какая-то сюжетность в портрете. И чтобы было как бы интересно смотреть на рисунок. Я училась на менеджменте, но я не доучилась. И работаю я в аграрном предприятии, там регистрирую машины. Решила, в общем, изменить свою жизнь и пойти в этом направлении. Ну, это все, конечно, внутреннее, как бы листаю там какие-то фотки или увидела, допустим, какого-то человека, то потом дома просто с головы рисую. А если так с фотографией, то просто перелистываю множество там всяких людей, эмоций. Там могут быть какие-то кадры из фильмов, просто чьи-то фотографии случайные. Ну, все зависит от моїх чувств, наверное. Кто-то зацепил, там у того глаза красиво, ох, сразу сейчас нарисую. Конечно, бывают кризисы, когда вообще ничего не хочется. Сначала было тяжело, конечно, переключаться, там цифры такое, блин, все надо было мыслить быстро, а тут творчество, там сел, листок взял, там что-то накалякал, это не понравилось, выбросил, такое, в общем. Рисовать мне нравилось еще с детства, еще в детском садике рисовала, раскрашивала там раскраски, рисовала всякие детские рисунки. Но потом уже более осознанно начала рисовать уже лет 20. Уже хотелось совершенствовать свой навык и рисовать по-настоящему там картины, так чтобы можно было восхищаться ими. Как твои близкие относятся к твоему творчеству? Нравится ли? Ну как бы... Могут похвалить, там, да, классная картинка. В основном ничего не говорят. В основном говорят незнакомые люди. Всегда забавляло, бывает хорошая погода, хочется порисовать на улице. Так выезжаешь куда-то в парк, в город, садишься, рисуешь на лавочке, и люди все ходят и смотрят, смотрят на тебя, как будто ты там представление какое-то показываешь. Ну так это очень забавно наблюдать со стороны. Картины, которые самые больше тебе запомнили, самые яркие, которые ты рисовала? Ой, для меня они все яркие, как бы они для меня как дети, что ли. Я все помню, как бы какие-то мне нравятся, какие-то не очень нравятся, в основном мне ничего не нравится, ну ладно. Что ты чувствуешь, когда ты рисуешь, когда вот тебе приходит вдохновение, ты берешь лист и если рисуешь, что ты при этом ощущаешь? Ну, как бы это разные эмоции, смотря
как ты вдохновился. Если тебе, допустим, было грустно, и ты думаешь, ну, сейчас выплесну все на бумагу, то ты испытываешь грустные эмоции. Ну, потом как бы тебе легчает сразу. Ну, если это, допустим, какая-то радость или, не знаю, комические какие-то, то вызывают, конечно, положительные чувства. То есть это все зависит от обстоятельств и всегда по-разному. Но самое сложное решение в моей жизни было, ради рисования, это было, наверное, бросить тот предыдущий университет свой, как бы. Но все же во мне что-то говорило, давай, надо учиться на то, что ты хочешь, чтобы в будущем заниматься именно тем, что нравится, творчеством. Я все-таки не жалею, что я это сделала. Сейчас мне очень нравится учиться на дизайнера. И в дальнейшем буду работать именно им. Трудиться, еще раз трудиться, и на самом деле таланта не существует. Да. Почему? Потому что на самом деле талантливы мы все. Может быть, у каждого может какой-то навык развит больше, у кого-то меньше. И в любом случае нужно работать над этим. И если тебе нравится что-то делать, неважно, есть у тебя талант или нет, нужно просто заниматься этим, трудиться, и все получится. Молодая, талантливая художница. Нам надо просто мнение людей о ее картине. Что вы можете сказать о ней, как о художнице? Талантлива ли она? Да. Очень, мне кажется, очень эффектно нарисована. Нравится вам? Да, очень. Начинающий художник. Что вы скажете о ней как авторе? Стоит ли заниматься этим творчеством, ее картиной? Не, мне нравится. Вот эта глубина глаз, это все поражает просто. Во-первых, вот эти полностью... Блики вот эти вот, да, и ну и губы чувственные. А это портрет? Like that, yes. Чей-то портрет? Да. I like that very much. Like that, I like.
very much so. Да? Да. Да. Спасибо. Очень красиво, по-моему. Вы считаете, что девочка талантлива? Очень талантливая девочка. Это вот эта девочка? Да. Вы очень талантливая. Вы очень талантливая. А еще это можете показать? Можно, можно. Давайте. Очень красиво. Развивайтесь. Участвуйте в конкурсах, выигрывайте гранты, участвуйте в какой-то такой, ну, деятельности, которая может спонсироваться, вашу деятельность будет спонсировать. И потом кто-то заметит вас, и действительно вы можете стать и не только украинской, николаевской звездой, но и мировой. Очень шедевральный. Талант есть, можно развивать. Что скажет девушка? То мужчина, то мужчина, девушка. Девушка, девушка стесняется. И очень красиво. Что бы вы ей посоветовали в дальнейшем? Развиваться, наверное, нужно как-то проявить себя, я не знаю, куда-то пойти, может, кому-то показывать их, а не... Там выставки, даже вот выставки, на улице, да. Выставки можно делать, также на совет. Скажи, пожалуйста, а тебе нравится картинка, вот как нарисовали? Да. Тебе нравится, да? Да. Ты бы хотела научиться так рисовать? Да. Ну, так как не эксперт, могу сказать, что как не эксперту, мне нравится, красиво. Совсем никогда не нужно стесняться. Всегда чего нравится, то и нужно делать. Если нравится этим заниматься, обязательно нужно заниматься. Это уже прелестно. Нет, вот не будет. Сахар дорогой, бери, бери. Давай, давай. Почему так мало? Меня сейчас будет гонять отсюда. Просто будет гонять. И почему? Что-то типа нимфы. Вот такое вот. Была у нас одна нимфа в прошлой программе. Похоже? Юлька, тебя нарисовали.